принимал участие сегодня в Касперский рейс 17 сентября, 90 километров. По факту получилось у меня 95, время 6 часов 6 минут. Ну, вроде нормально. Четыре, три, два, один, поехали! Погнали, ребятушки! Давай, давай, давай! Уходи с трассы! Уходи с трассы! Удачи всем, до встречи на Сише! В том году тут мальчик стоял. А чего? Еще 90 км. 100 даже. Вот растянулись уже. Липки. Скорость 50. Вернулись на трассу. Вот. Ну, потеря полтора туда, полтора назад, 3 километра. Ну, еще. Да. Полная ферма, кроме телят есть. Стоят, в том году стояли, позапрошлым стояли. Ух. Получается. 2800 верещих проехали? Ну да, потому туда и назад. Ну не так много. Ну три. Ну да. Терпимо, короче. Ну три. Красивая природа, да? Да.
Отличная трасса, да? Да. Приятно после подъема. Конечно. Ну вот, недолго радовались. Опять подъем. А не налево. О. Есть. Ух, какая горочка. О-хо-хо. Ух-ху-ху. Мокрые ножки, ну что делать? Какие виды открываются? Чуть не пролетел. Вот куда надо сворачивать. О-хо-хо. 10 метров лишних, это не те 3 километра, что было. Короче, перейдем пешком. О, какая кладочка хорошая. Пройдено полдистанции только. Но ничего стоит.
Поехал я дальше, перекусил, 60 километров позади. Такое ощущение, что в основном кукурузные поля, но, наверное, потому что фермы кругом. Так, куда? Правильно едем. Вот ленточка еще одна. Виды великолепны, особенно когда с холма смотришь, когда на него забираешься, ухо-хо. Мой любимый ручеек. Я через него раньше бегал. Впереди последний контрольный пункт. Фух, осталось 12 км. Изюки. Валы похуже. Опять кукуруза. Может, вообще должно остаться. Ух. Это после финиша ситуация. После финиша возвращаюсь к машине.